Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ разобрал эпизоды матча «Витязь-Трактор». В конце встречи при счете 5-1 в пользу гостей на площадке произошла массовая драка. Главными действующими лицами снова стали Тавга и Витязя. В итоге вердикт таков. Кип Брейнан дисквалифицирован на 12 встреч, Джереми Яблонский пропустит 8 матчей, защитник Александр Сазонов – одну игру. И кроме того, председатель дисциплинарного комитета Геннадий Величкин заявил, что его ведомство обращается к совету директоров и совету владельцев клубов КХЛ с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Витязя в составе участников чемпионата лиги.